Городские вести и Интера ТВ представляют проект про чтение. Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись. Любая бумажка. Но эту по длинной цепи купе и кают. Чиновник учтиво движется, сдают паспорта. Я сдаю свою пурпуровую книжицу. К одним паспортам улыбка у рта, другим отношение плевое. С почтением берут, например, паспорта с двухспальным английской левою. Глазами доброго дядю выев и не переставая кланяться, берут, как берут чаевые, паспорт американца. На польский глядят, как в афишу коза. На польский выпячивают глаза в тупой полицейской слоновости. Откуда? И что это за географические новости? И не повернув головы качан, и чувств никаких не изведав, берут паспорта датчан и прочих разных шведов. И вдруг, как ожогом рот скривило господину, это господин чиновник берет мою краснокожую паспортину. Берет как бомбу, берет как ежа, как бритву обоюдоострую. Берет как в 20 жал змею двухметрового ростую. Многозначительно мигнул глаз носильщика. Хоть вещи снесет задаром вам. Жандарм вопросительно смотрит на сыщика. Сыщик на жандарма. С каким наслаждением жандармской кассою я был исхлёстан бы и распят за то, что в руках у меня серпастый, молоткастый советский паспорт. Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись, любая бумажка. Но это я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза.